Вчера ведь у всех свет вырубило. В это время я как раз готовила ужин. Точнее, разогревала в микроволновке буррито, которое нашла за диваном. Да, я знаю, это было зря. Ведь микро... Как я выгляжу? Пора выходить в эфир. Давай отсюда выбираться. Эй, ты, не лезь в кадр. Черт. Снимаем еще раз. Привет, Джуди, как дела? Да, все по-прежнему. А у тебя? А я думал, ты записала меня во враги после смерти Майка. Я пересмотрела запись того дня. У тебя не было выхода. Я не хочу сейчас ворошить прошлое. У меня к тебе просьба. Да, с тобой не соскучишься. Рассказывай. Ты точно не из тех, кто позволяет себе скучать. Особенно рядом с тобой. Хватит друг другу подлизывать. Ну, что за просьба? Я и не подлизываю. Подробности будут потом. Главное, для этого задания тебе не нужно оружие. Только гидрокостюм. Ты меня заинтриговала. А зачем гидрокостюм? Так я тебе и рассказала. Придется поднапрячь воображение. А ты знаешь, как ко мне подкатить. О, то ли еще будет. Ладно, ладно, уговорила. Тебе повезло. Я отлично смотрюсь в гидрокостюме. За ранчо Коронадо есть дамба. Знаешь? Да. А что с ней? Да с ней все норм. У озера стоит маленькая заброшенная бунгало. Приезжай туда на закате. То есть... это свидание? Ты не в моем
вкусе, друг. Просто приходи. Я буду ждать. Я подумываю поменять хром. Есть что-то новенькое? Есть кое-что.
Хватит уже говорить о работе. Мы же сюда пришли, чтобы напиться и забыться. Thank you.
Ривер? Привет, Ви. Мне нужна помощь. По голосу слышу. Что случилось? Я бы не хотел говорить об этом по телефону. Надо встретиться. Окей, где и когда? Ночью, в Глене. Сейчас вышлю координаты. Сможешь? Постараюсь. Спасибо, Ви. До встречи. Double, my money on the double, I don't come for it.
Заходи. Только побыстрее. Я боялся, что тебя схватили. Ради такой известной персоны, как Ханака, всех ищеек поднимут на уши. Я понимаю. Вы же понимаете, по нашим следам идет вся армия Арасаки. Это правда. Не будем терять времени. Я предложил ей чаю. Вы похитили Ханака Арасаку и предложили ей, блядь, чай? Да, она вежливо отказалась. Скажи всю правду о Юринобу. Ничего не приукрашивай. И четко назови свои условия. Может, к тебе она прислушается. Ханока-сама, Карига Арейно Джимбуцудес. Долго ханачо кейта агете кудасай. Я был в Кампеке Плаза в тот вечер, когда убили Сабура Арасаку. Его не отравили. Это ложь, которую распространяет ваш брат. Он и есть настоящий убийца. Нужно быть сумасшедшим, чтобы всерьез говорить мне такое. Что, вам настолько похуй на мои слова? Ханака-сама, прошу простить его. А вы вообще молчите! Мне надо было говорить как есть, вот я и говорю как есть. Да, хорошо, я просто уличный вор, но тут такое дело. Я украл у вас сраный биочип. Вставил в голову, получил пулю и умер. Ты умер? Да, теперь у меня в голове Джонни, мать его, Сильверхенд, и я сделаю все, чтобы от него избавиться. Так что мне абсолютно нечего терять. А вам есть. Ханако-сама, он свидетель преступления, которое совершил ваш брат. Мы подтвердим каждое его слово, если вы поможете ему с биочипом. Ханако-сама. Ты слышал? Иди проверь. У меня очень плохое предчувствие. Шанс ебаться. Так Имура, я не могу его там оставить. Забудь про него, он уже труп. Или хочешь присоединиться?
Пригнись и смотри в оба, а не в коридоре. Это хакер! Солдат убит! Снятыми руками! На куски порву!
Цель подбита! Позиция опустела! Займите! Thank you.
Я пустой! Перезаряжаюсь! Контакт! Тебе на могилу! Потом скажете спасибо. Сейчас надо искать отсюда выход. Справа пустые комнаты. По-другому отсюда не выбраться. Быстро, быстро!
Выкуриваем! Стреляй! Отступи! Соберись силами! Берегите импланты! У нас потери! Перезаряжаю! Thank you.
Нам нужно разделиться. Поодиночке у нас больше шансов. Да ладно. Вы уверены? Да, иди. Скорее. Как думаешь, такие мотели строят специально для неудачников вроде нас? Кондёр не пашет, под матрасом старые шприцы там...